Конечно, улица Черняховского – это одна из самых главных артерий Приморского района, которая соединяет и Киевский район, и Малиновский с центром нашего города. Несколько месяцев ведутся уже работы, и мы в первом приближении уже увидели, как улица абсолютно по-другому засияла. Там появились уже велосипедные дорожки, будет полностью восстановлена пешеходная часть, новая тротуарная плитка, новое освещение, новые светофоры и новое асфальтобетонное покрытие. Мэр города в первую очередь был заинтересован, чтобы не было коллапса автомобильного движения, общественного транспорта. Из-за этого мы полностью не перекрывали улицу Черняховского. Но мы вынуждены перекрыть ее на 2 дня, на эти выходные, на субботу и воскресенье, для того, чтобы качественно провести укладку асфальтобетонного покрытия. Мы все прекрасно помним с вами и 5-ю Фонтанна, где был переезд через трамвайные рельсы, и Водопроводную, и Екатерининскую. Это все те улицы, которые раньше мы вспоминали с дрожью, потому что мы проезжали по ней, останавливаясь или в маршрутном такси, или в своей личной машине. Мы останавливались, потому что ужасное было покрытие. На сегодняшний момент многие действительно уже даже забыли, потому что все эти улицы проезжаются на той же скорости, которая сегодня комфортна для движения в центре нашего города. Из-за этого я, конечно, попрошу одесситов отнестись с пониманием для того, чтобы наши службы смогли 2 дня качественно поработать, и в понедельник вы уже смогли проинспектировать абсолютно новую и автомобильную дорогу, и пешеходную часть улицы Черняховской. Для отримання безперервного технологічного процесу по укладанню верхнього шару асфальтобетону ми перекриваємо вулицю Черняховського з 4 ранку суботи 9 жовтня по 10 вечора неділю 10 жовтня. Буде перекрито рух повністю. Це робиться для того, щоб ми змогли якісно викласти повністю верхні слої асфальтобетону. Без стиків, якщо робити це тільки по ночам. Та для того, щоб це було зроблено скоріше, як можливо скоріше. Наразі по вулиці Черняховського повністю укладений нижній шар асфальтобетону. Від 5-ї станції Фонтана до вулиці Говорова покладено плитку та боларди. Також велодоріжка вже зроблена на цій ділянці. Закінчуються роботи з укладання плитки на ділянці від Говорова до площі 10 квітня. Після укладення верхнього шару через 2 тижні буде покладено розмітку. А потім буде закінчено повністю укладання плитки та заїзди в двори. І фінальна версія, будуть встановлені нові світлофори.